Собачка Соня сидела возле детской площадки и думала, что лучше, быть большой или маленькой. С одной стороны, думала собачка Соня, быть большой значительно лучше. И кошки тебя боятся, и собаки тебя боятся, и даже прохожие, да, тебя опасаются. Ванечка, домой! Но с другой стороны, маленькой тоже быть лучше. Никто тебя не боится и не опасается. Все с тобой играют. А если ты большой, тебя обязательно водят на поводке. Ой! И надевают на тебя намордник. Ой! Как раз в это время мимо детской площадки проходил огромный и злющий бульдог Макс. Макс, Макс, ко мне! Вежливо спросила его собачка Соня. А это очень неприятно, когда на вас надевают намордник. Макса этот вопрос почему-то ужасно разозлил. Он зарычал, рванулся с поводка и, опрокинув хозяйку, погнался за Соней. Ой-ой-ой-ой, думала собачка Соня, слышал спиной грозное сопение. Все-таки большой быть лучше. Детский сад. Соня увидела дыру в заборе и быстро юркнула в нее. А бульдог никак не мог пролезть в дыру и только пыхтел с той стороны, как паровоз. Хорошо все-таки быть маленькой, подумала собачка Соня. Ведь если бы я была большой,
Я бы ни за что не проскочила в такую маленькую щель. Но если б я была большой, зачем бы я вообще полезла сюда? И так как Соня была маленькой собачкой, то она все-таки решила, что лучше быть маленькой. А большие собаки пусть решают сами.